А мы с кем в финале? А уже финал? Да, Шлитик и шестой будет. Может, где финал? Ну, на. А где 5 минут? Уже переоденусь. На всякий случай. На. Мой вид. Что он то ничего сделать не может? Обоюдно? Да. Мы же вдвоем вышли. А вот. Вот этот вот Федоринчик проигрывал. В черном. Кредит, конечно, не сколько мне его? Он тому проиграл. Я с ним больше не попаду в тюрьму. Он потом начинает сына такой. Да, ничего не могу сделать. О, сейчас твой проиграет еще. Я в конце буду. Как руки хотят? Широко. По-тайски. Франты. Да, по-тайски держишь. Потому что сейчас дистанцию бить и все. Позиционно делаем. Еще. Это в черном, кто-то он Федоринчик проиграл. Черный? Он Федоринчик проиграл. Халый. Бьется тот, которому... Этот проиграл Федоринчик в первом бою на Весероне. Я тоже в конце. А вдруг ты мне не с тобой знал? Со мной Михалыч уже сказал. Да, что ты думаешь, и ты? Выиграл бы плащ волка этого? Да, конечно. По ударам, наверное, да? Ну, по всему он ничего не мог сделать. Я думаю, он хоть Михаил Горен борется хоть. Один раз в борьбу Яновский назад. Ко мне, любимый. И вот такой пол. Может, района этого. Да. Дурные эти пацаны, звезда называют. На республику приехал из Максименко. Кто? Хэн. Волк? Максименко головой был тотами, поднял в раз. Мой выиграет? Все, третье место. Позорно нам. Никому не дадут. О, болтанул почти. Вот. Могут дать. Все, поплыл. Черным поплыл. Не снимай. Я так вон, аж до куда вы хотите. Вот. Третий недолго. Вот до той синей можно выходить. Вот смотри там. Это дальний судья. Давай.
На? Михалыч! Михал! Лобочка только! Выиграет лобочка? Ну, сейчас в угол, наверное, выиграть. Нет, с малыми уже и бегать будем. Они... Этот пробился как вор. Ты по этому вору. Чё? Вон их какой.